Всем привет! Ребята, сегодня ко мне в гости пришел мой друг Богдан. Да, Игорек, я пришел не с пустыми руками. У меня есть небольшой сюрприз. Ого, что же там может быть? Вау! Я тебе принес машинку Брутер скорой помощи. Ребят, смотрите, но здесь не только одна машинка, а еще и человечек. И мы ее с тобой сегодня откроем. Вау, круто! Как же хочется уже с нетерпением ее открыть! Игорек, а давай разыграем, кто ее первый откроет. Давай. Давай поиграем в три девушки. Давай. Ребята, смотреть мы будем не на друг друга, а в камеру. И кто первый моргнет, тот и проиграл. Раз, два, три. Богдан проиграл. А я чуть не расплакался, но выиграл. Поэтому, Богдан, я буду открывать машину. Прикольная машина. А еще сейчас достанем нашего человечка. Вот он. Встаем. Коробка не видна. Вот он. Игорек, а давай посмотрим, что в этой машине открывается. Давай. Ребята, у машины открываются двери. Впереди у нее есть прицепное устройство. Кстати, Игорек, это скорая помощь фирмы Mercedes. Внутри, как у настоящей машины, есть руль, коробка передач, педали. Ребят, смотрите, а зеркала как настоящие. Ребят, давайте посмотрим, открывается ли у скорой помощи капот. Вот не открывается. Ребята, еще на крыше скорой помощи есть вот такие вот кнопки. Их 4. Это звуковые сигналы. Ну что, нажмем, попробуем, как они работают. Давай, Богдан. Нажимаем. Нажимаем следующую кнопку. И последняя кнопка. Это не сигнал, это просто машина заводится. Ребят, давайте теперь рассмотрим кабину скорой помощи. Ребята, у скорой помощи открывается крыша. И теперь можно легко посмотреть, что у нее внутри. Ребят, смотрите, здесь есть носилки, сиденья и разные полочки. Сейчас откроем этот шкафчик. А там у нас тоже полки. Ребят, смотрите, здесь закрывается дверь. Сзади у нас есть тоже прицепное устройство. И еще здесь открываются задние двери. А я попробую достать носилки. Ребят, давайте посмотрим, раскладываются ли носилки. На носилках есть даже подушка. Игорек, давай попробуем положить нашего человечка в носилки. Давай, Богдан.
Ребята, смотрите, есть еще такое приспособление, чтобы человечек наш не пал. Не падал. Все, ребята, наш человечек уже в машине скорой помощи. Закрываем двери. И ставим на скорую помощь крышу. Игорек, смотри, мы видели, как наш человечек может лежать в носилках. Давай теперь посадим его за руль. Давай, Богдан, открываем двери. Достаем носилки. Забираем человечка. Ой! Обратно заезжает у нас носилка. И закрываем дверь. Ребята, я вам еще не показал, что у человечка еще снимается шапка. И еще у него двигаются руки и ноги. Вот. Ну все, Игорь, отсадим его за руль. Хорошо. Вот человечек и за рулем. Ребята, очень реалистичная скорая помощь. Почти как настоящая. Ребята, мне она очень понравилась. Богдан, а тебе понравилось? Мне тоже понравилось. Ребята, а если вам тоже понравилось, ставь лайк. И не забывай подписываться на мой канал. Пока-пока.